сюда. А теперь я обратно иду, я закрываю. Видишь? Вот так, нитка за ниткой, и получается настоящая русская вышивка. Зинаида Бекова за короткое время стала профессионалом в области дизайнерства. Сегодня в своем мастер-классе она решила продемонстрировать детям навыки владения иголкой и ниткой с использованием канвы. Если они на канве научатся, то они на тканях уже легче им будет вышивать. Вот. Это вышивка русская, традиционная. Не наша, не ингушская. Но так как способы вышивки встречаются везде, практически у всех народов одинаковые, там разница небольшая, расхождение, то знать и это хорошо, и свое хорошо. Варваре Брацило всего 7 лет, и у нее уже есть небольшой опыт модистки. Она сама пошила несколько платьев, с удовольствием обучается профессиональным навыкам. Что можно там изучать разные узоры, можно разные петельки изучать, научиться шить пуговицы. Костюм, да? Тем временем поблизости маленькие мастерицы вовсю пробуют себя в ювелирном искусстве. Как создавать украшения ручным методом из металла, как использовать тонкую металлическую нить, чтобы получилась красивая бижутерия, подробно показывает профессиональный ювелир Мухаммад Гамурзиев. Уже 10-й год ювелирное искусство остается делом всей его жизни. Передавая свои знания подрастающему поколению, он чувствует себя реализованным. Именно направление, которое называется плетение проволоки. То есть это направление, оно в Северном Кавказе вот за эти годы работы я не встречал. То есть оно уникально тем, что можно буквально наглядно сделать любое, например, украшение, что это самое главное для, вот, для детей, для подрастающего поколения, будет такой, скажем, хорошей основы для того, чтобы они как-то нашли себя в жизни, как-то развелись в каком-то направлении. Также оно параллельно помогает развить мелкую моторику. То есть целый ряд таких вот плюсов мы сегодня попытались собрать для детей. Среди посетителей в основном дети, и это неудивительно, ведь любовь к прекрасному нужно прививать с ранних лет. Здесь каждый маленький любитель искусства сможет найти занятия по интересам. Я пришла сегодня с двоюродной сестрой, и мне очень понравился мастер-класс, где делают кольца, там браслеты делают из железных проволок, и туда еще бусинки добавляют, и из этого получаются красивые кольца. Акция «Ночь искусств» сегодня приурочена ко Дню народного единства. Главная цель мероприятия – предоставить посетителям возможность бесплатно побывать в культурном учреждении и дать возможность поближе познакомиться с различными видами ремесленничества. Это мероприятие приурочено к всероссийской акции «Ночь кино», то есть «Ночь искусств». Туда входит и кино, и различные ремесла, и поэтому мы его как бы объединили к Дню народного единства. Проводим сегодня мастер-классы, открытые уроки для детей. Здесь есть и наши воспитанники, и также пришли со стороны дети научиться этому, каким-то ремеслам. Ночь искусств – это еще одна возможность найти для себя занятие по душе. Поэтому акция уже является традицией и в регионе проводится ежегодно. Малика Измайлова, Султан Магушков, Новости 24.